Хранилище, как я уже сказал, для хранения уже в безводной среде в течение 100 лет. Значит, после того, как хранилище это будет введено, пока не конечное захоронение, это хранение в течение 100 лет, после чего должно быть принято решение или окончательное захоронение, или все же какой-то процесс. Вот этого бетонного модуля хранения. А в процессе там перемещения специальные контейнеры, которые будут применяться. Вот. Мы в технологическом процессе, как бы было слышно, где-то по 17 человек бьем чуть больше. Потому что разделение, отделение. Ну еще добавлю просто, что Ще наступного року ми маємо ввести в експлуатацію новий безпечний конфаймент, сховище відпрацьованого ядерного палива номер 2. Для 20. Але так, щоб дійсно активно приїжджали, вивчали, дивилися, цікавилися, їх до 5 поки що. Ми будемо робити все, від нас залежить, щоб одразу ж після ввода його в експлуатацію, в наступному році, ми немедленно приступили к демонтажным работам, к разбору. Демонтировать основные нестабильные конструкции и перевести объект самоукрытия в такое состояние, которое бы позволило безопасно выполнять работы внутри объекта укрытия. Thank you.
Бегайте, помогите. Что там уже? Сжать ее, спокойно. Смотри сюда. Регулятор в интернете часто потом там где-то. ALATURKAONLINE.com. The first Turkish newspaper in the US.